Всем привет! С вами Аня и Саня. Сегодня у нас челлендж «Кто круче приготовит овершейк?». У нас подготовлена вот такая вот рулеточка, которая решит, какие нам попадутся ингредиенты. Получается вот это вот, сливки. Это молочный коктейль. Молочный коктейль и... Взбитые сливки. У нас они для каждой из нас. Получается, вафельки тоже и вот ручки, да. А мармеладки есть вот с бегемотиками. И вот это чудо мы будем рассыпливать. В общем, по задумке там должен быть пончик, но у нас пойти. У нас свой овершейк, да. Фантазии. Да. В общем. И бокальчики у нас тоже заодно есть. Вот, будем делать все это в бокалах. Давай начинать. Окей. Что мы сначала будем разыгрывать? Давай вот этим вот колечки, может быть. Давай. Так, получается. Рулеточка. Мы будем... Там какое-нибудь выпадет, тому и достанутся эти колечки. Ну, это мармеладки, это кислые. Кислые мясковые. Сначала мы разыграем эти колечки. Мармеладки. Ну, колечки мармеладки, вот. Показывай в камеру. Прощаем. Вы первый знаете, кто будет? Или нет? А, там еще не выпало. И это Саша. Ей попались Блин, я вот эти вот колечки. Ты чего, зато колечки вот эти красивые. А у меня, соответственно, методом исключения уже попадаются мне вот эти вот бонь. Они просто все покосанные какие-то. Мега просто. Не знаю, они постоянно время все проколы, но они очень вкусные. Так, что теперь разыграем булочки? Ну вот это. Давай. Давайте-ка я. Вращаем. И это выдала я. И мне достается ватрушка. Ура! У меня это булочка. Ты сама говорила, что ватрушку больше хотела. Да, я тоже хотела, хотела больше всего ватрушку и вот бонди. Вот. Ну, вот как получилось, так получилось. Сейчас готовить будем. Да. Кстати, мы забыли сказать, что в конце тот, кто круче приготовит, тот получит приз. Вот. Так, столько, да? Пока что секрет. Или больше? Такой, наверное, да. Что сейчас пол коробки просто. Ой, я трубочку покачу выберу себе. А как себе? То есть для чего это вообще? Чтобы трубочку туда полетела. А, да, да. Спасибо. Блин, еще серединку. Ватрушку придется вырезать. А как? Типа. Блин. Очень аккуратно коробку полетела. Что я делаю? Вообще можно было формочку просто взять, но у меня нормальной круглой формочки нет, железной. Скрипичный ключ. Я вот такой возьму. Или... Еще покажи, какие есть. Или же... Я хочу себе ключ. Да, бери. Кстати, в сторону. Их кидай. Музыка! Ух ты, чуть не упала. Музыкальная школа. А где же этот другой ключ там есть какой-то? Где? Нет, там был кривичный ключ только. Нет. Ну есть же, в принципе, в музыке еще какой-то другой ключ. Басовый. Вот. Ой. Смотрите, просто мини-вафелька. Это так мило. Конечно же, снимай. Дай ему тоже кремочку какую-нибудь. Это как-то очень... Я буду поменьше отрезать. Мы тут уже крошим. Кстати, прикольно выглядит. Главное, чтобы она держалась. Так, ну что, открываем мне коктейльчик. Со вкусом ванильное мороженое. Так, у меня немножечко неровно, но что, вот так вот будет. Все сыпется внутрь. Я просто проснула булочку. Он какой-то слишком жидкий, как молоко. Ну да. А ты что думала? Все, я прокнула. У меня есть.
Как вам наша композиция? Похоже? Этот вафель. Ну, у нас свой овершей. Теперь покрываешь? Ну, типа. Ну, что ты делаешь? Ну, нормально. Дальше чуть-чуть. Ага, и до так этого вот сюда. Просто? Ну, типа как? То есть мы обычно вот так по кругу еще покрываем. Все сливки тратят, нормально? Она так, такая мягкая, она прям хорошо режется. Что, хватит? Вот он. Русская сила. Чего? Кстати, всех служивших с 23 февраля. Да. Прошедшим. Нет. Почему прошедшим? Ну, лично же, что я не сегодня вообще ремонт. А, ну лично. Да, снимаем мы это 23. Как вам композиция? Ну, прикольненько получилось. Потеряли пацана. Чего? Я просто протыкала трубочкой. Как тебе? Нормально. Короче, вообще не отвлекаемся друг на друга, сами готовим и смотрим. Я вроде все. Мне тут проковырять на уме. Ты еще подумаешь, что можно украсить там как-то? Выглядит прикольно. Что-то пошло не так. Может, ты прав. Да. Жестко. Ну, блин, это очень красиво выглядит. Очень красиво. Что-то про сливки? Угу. Да это не сарказм, кстати. Не, сливки красиво выглядят. Это как птичьи, понимаешь? Не, ну вообще, выглядит прикольно, что типа такая булочка с это... Это больше, знаете, типа овершейд, не эстетичный, а крейзи такой, типа. Типа, you drove me crazy. Он тебе сейчас съедет. Что, что ли? Да нет, наверное. Наверное. За что? Подожди, дай попробуй. Там еще много. Все же тяжелый. Так, ну, если что, нет, еще не надо. Не туда давлю даже. Подожди. По капочку добавить, что это типа украшение? Ну, как раз куда-то заеблочь. У тебя, кстати, вообще очень красиво даже. Все льется. Ничего не видели. Ты вот сюда вообще ничего не видела. Что, садится? А где крышка? Так, теперь... О, какие сочные. Видала, нифига, у тебя красиво. А, оно валится. Короче, я поняла одну фишку. Сейчас, дашь? Что
Так он резко надавилась. Дашь сейчас ты? Да, сейчас. Ёжики есть. Или это львы? Не знаю. О! Белочка просто не видно. Что у нас, пончик? Да. Что-то кажется. Почему ты обязательно должен быть пончик? У меня просто на крышке. Ну, на крышке, на трубочке. Так еще не точно. Гений, блин. Сейчас жесткая бюрократия. Сейчас туда свалятся эти сливки. Не знаю. Нет, туда просто. Просто иногда еще добавляют глазурь, а я видела без глазури. А как без глазури делать тогда? Чтобы... А, они не держатся. Ну что, это второй этап нашего видео. То есть мы сейчас будем... Кушать. Да, пробовать. И как бы... Все попадало. А потом уже с сердцем. Ну, сначала немножечко совсем коктейль пробуем, вот. А, только коктейль. А потом оцениваем. Ну, конечно, на трубочке прям круто такое. Мне не пьется. Не знаю, почему. Не знаю. Немного... Оно немножко с ванилью, да. Вот. Мне не шло, потому что там что-то в трубочке застряло. Так, ну давай больше сегодня не пить, а оценивать. Сейчас будет оценка. Так, ну что, по мне так вот, если я оцениваю на от 1 до 10. Вот у тебя, то есть прикольно так, вот, она поехала. Ватрушка идет кататься на ватрушке. Как? У тебя, то есть, он такой, типа, эстетичный больше. То есть, несмотря на то, что вот сливки размазаны, это, конечно, огромный минус. Но... Они уже разэтывались. Да. Они просто вот здесь уже капают, но там на трубочке сливки просто. У нас оценка. Я тут просто немножко капаю. И получается, что здесь... Ну, не очень вот то, что, типа, здесь вот такие прям белые, то есть их даже не очень хорошо видно. Вот, как по мне, это на вид, по крайней мере, прикольно. Я ставлю 9 из 10, просто потому что он какой-то, ну, за сливки, вот. Теперь ты оцениваешь мою. Но, кстати, сливок тут меньше намного. Не, ну вообще прикольно, что ты там Африка целая сверху. Да-д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 а-
Какие-то странные распределены. Я оставлю 80. Ну, считай, что-то вкусно, потому что там мармеладка очень вкусная. А у меня есть кислые. У меня, вот чем мне больше нравится, чем у тебя, тем, что у меня, получается, он ярче, чем твой. То есть, да, какой-то типа, ну, скучновато выглядит. Но при этом там сливки, в принципе, композиция как-то нормальная. Вот, конечно, ватрушка стрёмно смотрится немного, но у тебя всё же, мне кажется, лучше, чем у меня. Ну, короче, и подарок победителю, он пьёт более красивых коктейлей. Да. Всё, пьёшь более красивых коктейлей. Теперь пробуем. Поедание. Не знаю, как я буду сливки с кислыми мармеладками. Сейчас буду кусать. Чьи ёжики, кемотики, кривые ноги. На трубочку достали. Это очень вкусно. Что
Почему? Вот. Это сейчас я возьму мармеладки. Пирожок грязный, наверное. Это очень вкусно. Просто. Булочка вкусная. Угу. Мармелад, кстати, тоже немножко кислый. Я люблю сочетание кислого и сладкого, поэтому я отдельно ем мармелад. Попробуй так. Типа, попробую. Сочетание. Откусила булку со сливками на кофе. Ну что, наше видео подошло к концу. Я думаю, вам уже не особо интересно, как мы едим. И, пожалуйста, напишите свои оценки в комментариях. Мы хотим просто посмотреть, как же все-таки по общественному мнению, кто лучше приготовил. И напишите именно там на оценку из 10. Пока-пока!